Всем привет, Ян. Ну-ка помаши, где ты сейчас находишься? Вот так, мы сейчас прилетели в Пизу, в аэропорт и в Италии, правильно. Мы находимся сейчас на такой вот платформе и едем из Пизовского аэропорта на станцию центральную. Вот такой типа шаттл тут ходит, как аэроэкспресс в Москве. И поедем в центр Пизы. Да, Ян? Ты хочешь что-то добавить? Что? Бананы, кокосы, Ян говорит. Апельсиновый рай. Вот что он хотел добавить. Мы с тобой купили билетики, да? На поезд. Мне и маме. И поехали. Значит, билетики нам стоили 5,5 евро. Мне и маме, а Янчик едет бесплатно, потому что детям билеты до 4 лет бесплатные. В общем, реально получилось у нас где-то 5 минут, и мы из аэропорта добрались уже до центральной площади, центрального вокзала в городе Пиза. И вот с этого же вокзала отходят поезда во Флоренцию. И до Флоренции они едут в течение 50 минут, то есть меньше часа. И стоит это 8,5 евро на человека. То есть реально на поездах их местных путешествовать быстрее даже, чем на машине. Я думаю, что где-то в два раза быстрее на поезде ехать, если вы разбираетесь, понимаете, чем на машине. Конечно, арендовать машину это круто, но это мы уже к этому придем. И отсюда пешком где-то 15 минут до Пизанской башни. Итак, 3 часа 20 минут на самолете из Москвы в аэропорт Пиза. 5 минут на экспрессе без водителя до центрального вокзала. 15 минут пешком, и у нас открывается сзади. Вот сразу же рядышком с Пизанской башней есть вот такой вот рынок. И здесь куча-куча всяких торгашей, которые продают всякие там сувениры, зонты. Вот рынок, вот башня, вот торгаши. Короче, идешь везде, там всякие индусы подбегают селфи-палки продавать, всякие там сидят, резные какие-то фигурки продают, зонтики продают, короче, все, что попало. У нас сейчас идет фотографирование возле Пизанской башни, и посмотрите на нашего фотографа. Вот он, фотограф. Видите вот этого фотографа? То он нам фотографии делает. Скульптура «Падший ангел», также рядышком с Пизанской башней. На Пизанской башне изображены
разного рода драконы мы увидели. Ну, шакалы или волчицы. Да. Прадо, короче, нам предлагают купить. Что вот это, волчица? С волчатами, типа, вот это... Конкретнее. Омен фильм. Так, что оттуда? Волчица с волчатами. Ну, ребенка, которая выкормила волчицу, родила. Никакой конкретики. И вся эта Италия пропитана демоническими символами. Вот что Настя хочет сказать, да? Чаян, какие впечатления? Тебе понравилась Италия? Анастасия Вадимовна, ну что ваше первое впечатление о Пизе? Моя довольна. Пизой довольна? Довольна. И мандарины с апельсинами. Ян, смотри, какие... В Пизе растут. Жили бы вы? Жили бы. Хорошо. Ян, смотри, какие апельсины. Вот, апельсины и лимоны цветут. Не растут. Цветут, они растут. Растут. Извините меня. Извините меня, пожалуйста. Да, вот мы из Москвы улетели 14 мая. И было 24 градуса. Сегодня 26 в Москве. А да, здесь 17. А в Пизе, ну то 17 ты назвала очень завышенную цифру. На самом деле гораздо холоднее. 14 я сегодня смотрел. Вот там магазин, все идут. Ребята, зашел в маленький мини-маркет в Пизе и вот такую штуку тут увидел. Шпроты наши в масле. Поэтому итальяшки, они кушают шпротики. Мы, кстати, такие товарищи. Мы первый раз в Италии. Мы здесь ничего не знаем нигде. Что во всей Италии куча всяких таких маленьких семейных кафушек на несколько столиков, на несколько мест, у каждого из них свой шарм. Сегодня мы были в небольшой пиццерии, столиков так на 7, где печь такая на дровах, где делают пиццу, ну естественно все итальянское. У них очень популярны, ну понятное дело, кофейни небольшие, да, где делают обалденный кофе, в любой практически кофейне. Популярные мороженочные, что ли, где вы можете зайти, взять себе маленькое мороженко какое-то, посидеть, отдохнуть, кайфануть немножко. У нас день второй в Пизе. Мы зашли в кофейню. Помните, я вчера вам говорил, что здесь очень много всяких кафушек, где можно выпить кофе. Вот мы в одной из них. Но это такая уже более современная. Да, ребенок у меня пьет какао сейчас. И сегодня мы пойдем на шопинг-улицу этого города. Вот буквально 5 минут мы прошли от центрального вокзала, и сразу же мы пришли на шопинг-улицу, где находятся все магазины небольшие города Пизы. Здесь есть всякие мелкие магазинчики с вещами, о которых мы никогда не слышали, и также есть
такие магазины, типа как Zara, H&M. И что самое прикольное, что вот видите сверху, это Wi-Fi бесплатный, можно подключиться и пользоваться Wi-Fi здесь, на вот этой улице. Правильные пацаны охраняют вход в Пизанскую башню.